Воу-воу-воу-воу. Какого хера? Я чё ничего не нашел. Ой, ты! Труп еще этот. Ёп. Сколько лазил по этой базе, ничего такого не встретил. Ходил, ходил, исследовал. А здесь аж дрожь пробывала. Ёп. Еще этот труп. Да, кстати. Добрый вечер, дамы и господа, с вами я, ветеран Дакюдэ, и мы снова продолжаем играть в хоррор The Factory. Собственно, я пока не могу выбраться, но я как бы тщательно пытаюсь исследовать базу. Куда что можно залезть, но здесь какой-то голос появился. Я не знаю, скример это или нет, так как, в принципе, базу я уже всю облазил, и ничего такого я уже не ожидал. А теперь аж как-то сыкотно стало. Это ж буквально старт. Я вот здесь ушел и какой-то плач дикий начался. Половину я пропустил, конечно. Потом я понял, что нужно врубить съемку. Ну его нахер. Фуф, исследовал, исследовал, чуть не доисследовался. Что это было, я не знаю, но чувствую, возможно, будет пересер. Кстати, я еще заметил, что можно, если нажимаешь огонь, то оно сильнее светит. И видел я в одной игре про Слендера. Возможно, эта фишка из него взята, что если светить фонарем на привидение, оно может его отпугнуть. Чем-то это даже Ви напоминает. Да, вот такая вот шняга. Так, что за дверь? Я здесь был или не был? О нет, слушайте, я по-моему... Кнопка? Я не знаю, это буквально случайно сюда... Я понял. Я здесь был. Патроны, кстати, у меня, похоже, бесконечные. Что не может не радовать. Потому что, когда батарейки заканчиваются, это просто усраться можно. Так, ну... А сам я решаю все-таки по порядочку идти. И исследовать все. Без вас я уже только что исследовал, наверное, половину этого цеха. По новой прошелся, по этим же местам. Так. Тщательно пытаюсь все осмотреть. Крыса, блин. Да, кстати, что еще хотел сказать по поводу фонаря. Немного вот это прыгание света, конечно, бесит. Как ни крути. В этом плане факел или фонарь. Так, здесь я был. Лучше. Так как свет, по крайней мере, у него плавный. А после этой игры, как бы это сказать мягко, зрение начинает прыгать, путаешься, режет. Ну, я думаю, вы сами, в принципе, видели уж со мной. Вот. Был, был. Да, и, кстати, по поводу, почему меня так долго не было. Ну, у меня были нагруженные дни. Да, и сейчас нагруженные, но я еще заболел. У меня заболело горло. Очень тяжело было говорить. Поэтому я решил прекратить все-таки это дело. Это было реально сложно. Так, ну, а пока... Пока я буду сам ходить с включенной камерой, но я вырежу все это дело. Оставлю там, где когда начнется что-то интересное. Вот. Интересно, что вот эти штуки обозначают. Такие... Хрен его знает, даже ничего в голову не приходит.
Возможно, здесь сталь. Да не, ты хрен узнал. Да, погодь. А, синий, синий, синий. А, я здесь был. А, точно, это другой цех уже. Там, где полно ящиков. Давно я здесь не был. Помню, как мы долго здесь бродили. Так что, скорее всего, я буду пока сам добираться и многое вырежу отсюда. Это будет очень долго. Так, во-первых, куда нам нужно? Вот, даже туда фонарик не бьет. А, стоп. Вот эти глюки, конечно. Видите, у него ярче, когда нажимаю огонь. Так. Стоп. Что-то я вижу. Угу. На 5 часов. Так, понятно. Короче, цель добраться туда. Я не знаю, нужно мне туда или нет. По сути, что у нас там? Подожди, на 5 часов. Что-то такое знакомое. Это не туда, куда я поднимался. А, не, вот сюда я поднимался. Здесь какая-то стеночка идет. Вот это так хрень. Куда она ведет? Без понятия, честно. Ну, будем туда добираться. А, ну как я доберусь туда? Даже ящиков нет. Ладно. Куда нам бы можно хотя бы спрыгнуть? Может как-то... А, стоп. А, нет, это не открывается. Я подумал, может, лифт поднимет. А это не тот. Это совсем не лифт. Так, что здесь? Тоже дверь. Ух ты, блин, да что ж такое? Я понимаю, что в доме нет никаких труб. Но я привык, что уже я везде был. Что это такое? Я, по-моему, здесь не был. Слушайте, я здесь, по-моему, реально не был. О боже мой, у меня аж мурашки по коже. Если что, светим, светим. Ой-ой-ой. Уходи. Уходи. Так. Интересно, я вот огонь нажимаю. Поможет ли? Так, это похоже у нас столовая. Небольшая столовая. Фух, неожиданно я нашел место. Даже странно. Почему здесь стены все? Ёпт, мышка. Воу-воу-воу. Мне это не нравится. Так. Колы не будет. Что это? Люстра? Почему здесь так пошарпано? Ну... Так, тихо. Я вот честно, мне кажется, за каждой дверью что-то будет. Текстурки выровнять. Как-то уровень сделан криво, согласитесь. Как бы там что ни говорили, но... Криво. Что за звуки? Вроде бы спокойно. Блин, ну как это угнетающе было, особенно когда нашел новую комнату. Кажется, сейчас будет новый пересер.
Что по поводу эмоций, меня там просили больше эмоций. Ну, актер из меня как из дерьма пули, извините, но... Ну, в принципе, постараюсь. Но в целом, в основном, делаю как есть. Так, сортир. Подождите, это другой сортир. Это меня пугает, если честно. Сортирок. В основном все плохо. На удивление. Пока еще такого не было, но чувствую, будет. Вот сейчас зайду в сортир. Ох, будет пересер. Здесь, наверное, на выходе. Нет. Это удивительно. Так, один сортир, рядом должен быть другой. Какой из них мужской, какой женский, непонятно. Наверное, здесь чисто интуитивно ориентируется. Так, что у нас здесь? Почему я заглядываю в каждый унитаз? Потому что сколько я игр не смотрел, часто ложу туда какую-то хрень, прям в очко. Ну, конечно, в Думе я такого не наблюдал. Так, ну, здесь я уже был. Здесь я уже был. Можно немного успокоиться. С другой стороны, я был бы рад, чтобы там был какой-то выход. Все-таки я надеялся что-то взять. Фу. Так, буфет, буфет нам ничего не дал. Сугубо говоря, в том, что я ходил там, абсолютно никакого смысла не было. И, в общем-то, никакого и не вижу. Пожалуй, сейчас еще раз осмотрю буфет. Возможно, я что-то пропустил. Да, вряд ли, конечно. Давай уже на бис. Так, вот. Вторая стенка. Я надеюсь, это не обманка. Вроде бы все правильно. Ну да, по карте. Нахожусь там же. Так, смотрим. Уровень, к сожалению, сделан очень так, на быструю руку. Такое ощущение, как будто это все один человек делал. И как бы все для хоррора сделал, а про уровень фактически забыл. Здесь, конечно, хорошо кооперироваться. Если хорошо, хороший мододел, то нужно кооперироваться с хорошим маппером. Только тогда получится что-то действительно стоящее. Ну ладно. Не суть. Эта игра немного напоминает, кстати, этот... повесть Гоголя Вий. Не знаю почему. Я даже фильм не смотрел. Но как-то так. Все же. Понятно, туда мы не попадаем. Похоже, это у нас когда будет синий ключ, мы тогда можем желтый взять. Не знаю, наверное. Этот. Вообще непонятно. Что это? Вроде бы лифт, вроде бы не спортстаж. Знаю, это трюк обхода. Но нет. Ничего тайного. В общем-то, ничего такого нету. Что ж, буду продолжать. Будем искать. Какого хера?
вот эти звуки иногда, которые спонтанно как-то появляются. Или это мне кажется, что не спонтанно появляется, может, а трек такой. Но иногда это может пугать до усрачки. Так, если я, допустим, отсюда прыгну вот сюда, то что изменится? Буквально ничего. Не знаю, кажется, я нашел выход. Ну как выход? Попробовать можно. Ну, по крайней мере, казалось, что там, где его нет, он может быть. Я пытаюсь допрыгнуть вот сюда. Отсюда. Я не знаю, реально это или нет. Так как скорость игрока-то все-таки замедлена. А вот чтобы прыгать и переседать, я тоже не совсем уверен. Но выхода куда идти, я больше не знаю. По крайней мере, запрыгну на вот эту бочку. Возможно, я, конечно, тоже не смогу попасть. То есть нужен там, где этот синий квадратик находится, в правом верхнем углу, на таких контейнерах. Там находится синий ключ. Где он там? Он там должен быть. Все, я запрыгну на самолет. Вот он. Для этого мне, конечно, запрыгнуть на пирамиду. Точнее, сначала на контейнер. Вот этот огромный. Если у меня это получится. А у меня пока не получается. То все пойдет просто шикарно. Блин, здорово, место просто ну некак. Это единственный такой шанс. Вроде бы допрыгиваю. Должен. Но не факт. Да, с разгоном здесь беда. Да блин. Да черт побери. Куда же надо? Нет, похоже, это нереально. Как бы это печально не звучало, но сдается, это нереально. Так, прыжок века. О! Блин, как же я забыл про этот перекрестный прыжок. Так, ну что, дело за малым. Только говорил, что уже нереально. И тут же запрыгиваю. Воу, воу, воу. Пошла моча по трубам. Так, теперь... остается... Нет, не самое простое. Что я скажу? Ну, я лучше загружусь. Так. Вот так вот. Теперь надо, наверное, отсюда его разгоняться. Чё? Показалось, там что-то было. Так, до синего ключа, я надеюсь, я доберусь. Но я не уверен.
О, давай. Есть. Все, полдела сделано. Господи, боже мой. Так. Все, синий ключ. Слава богу. Так. Ну все, тогда у нас полно теперь вещей открывать. Так, ну а пока. Сейчас прервемся. Нужно по этому делу отметить. Фух, ну что ж, продолжаем. Я пока струсил себя кирпичи с прошлой игры. Вот, и нам открылся прямой путь забрать желтый ключ, который находится вон за синей дверью. Туда сразу и пойдем. Чем больше ключей, тем лучше. Так, ну теперь приготовимся к новым кирпичам. Потому что, ну я думаю, должно было что-то сработать. И расставятся там новые монстры, не знаю. Так. Какая-то синяя ку... Ой... Чё-чё-чё-чё... Не знаю, хорошая эта идея или нет. Прыгать мне еще меньше хочется. А я не могу. Фух, ладно, вроде бы все обошлось. Так, пока никого нету. По сути, мне надо все ключи собрать. Так, где находится ключ для красного? Пока не знаю, давайте... А, вон желтая дверь. Наверное, туда и надо сходить. Давайте туда и пойдем. Так, это не та дверь. Вот она. Плохая дверь, мне она не нравится. Уже. Ну ёп. Первый театр. Что? Похоже на скример, но... Возможно... Возможно. Где-то летает привидение с этого момента. Не уверен. Но у нас уже есть три ключа, и мы становимся еще ближе к победе. Честно, я поражен, что я за вторую серию вот столько уже собрал. Ну, собственно, первый был. Он же самый главный. Так, теперь пойдем к красному двери. Я буду ходить сразу по ключевым. Так, здесь мы были. Так, да, нам сюда. Почему я не такой эмоциональный? Я не знаю, не могу просто вот так выдавить из себя эмоции. Ёп. Которые, ну как бы, вижу, что уже ничего не происходит. Вот у нас уже 4 ключа. Пока просто все просто. Я не знаю. Дело пошло гораздо проще. Я надеюсь, не сломал игру, когда где-то здесь приседал, прыгал. Ну да ладно. Были пересеры в начале этой серии, но просто это было так неожиданно. Ну а сейчас как по маслу пошло. Ну что ж, пойдем давай к тем дверям. Можно было бы там вверху исследовать три. А почему бы нет? Давайте, приключений немного. А то, знаете, я как-то себя чувствую слишком беспечно.
Слишком беспечно. Надо хоть немного. Кирпичи. Ох, и она мать. Еще какая-то дверь. Человек большой. Здесь, скорее всего, будет какой-то летающий перец. Ага! Круче! 5 ключей. Можно в баню туда исследовать весь цех. Скорее всего, там ничего нету. Ёп! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Жопу! Короче, нахер, меня пробрало. Так, тихо-тихо-тихо. Теперь я, если честно, боюсь, чтобы никто сзади не появился. Валим, короче, в баню. Кстати, психологически меня мыши даже успокаивают, чем пугают. Не знаю почему. Возможно, потому что какая-то жизнь есть. Казалось бы, да? Так, ну ладно, пойдем к тем дверям. Бля, я немного все-таки наложил кирпичей. Что я могу сказать? Так, нет. Здесь ничего интересного. Я не помню, по-моему, здесь что-то было. Что ж такое было? Ничего особого. Эти двери. Так. Комната собой абсолютно ничего не представляет. Абсолютно. Пустая. Обидно, что дизайнеры уровней так халатно отнеслись к дизайну. 6 ключей. Это нам на выход. Что? А, как раз. Здесь выход, а здесь просто. Очень интересно. Хотя, в принципе, не факт, что там выход. Ладно. Что у нас здесь? Зажала дверь. Нужно найти другой путь. Написано. Хм. Так, сдается мне теперь, что все-таки мне придется вернуться в цех и продолжить поиски, так как, собственно, здесь я уже был, нажимался. Так как других путей я пока не вижу. Кнопка. Я не помню, я, по-моему, так и не нажал. Очень странно, кстати, что множество кнопок уже нажато. Так, это что такое? Окно? Ёперный театр. А, ну вроде бы ничего такого. Но как-то... Такое ощущение, как будто... Даже не знаю, с чем сравнить. А, о, кстати, я вспомнил, куда еще можно посмотреть. Где-то была комната. Где-то я там тоже так пересрал. А, вон она, в том углу. Там у нас две двери было закрыто. Одна, получается. Я думаю, скорее всего, там и находится ключ. Так, сюда. Вот. А здесь сразу труп висит. Как же он меня пугает. Даже когда... Так, секундочку. А, мы тупо обошли дверь. Я понял, мы отсюда тупо... Что? Воу-воу-воу-воу!
Ясно. Тихо, тихо. Идите. Ой-ой-ой. Блин, меня сейчас всего пробирает. Здесь должна быть девочка. Где-то должна быть девочка. Короче, в жопу. Закрываюсь. Какого хера? Тихо, дверка, не закрывайся. Ты мне еще понадобишься. Тихо, тихо, тихо. Ладно. Блять, как же ж нагнетаешь. Вы извините, если я буду тут матами ругаться. Это, в общем-то, буквально спонтанно вылетает. Это просто эмоции. Ёб твою мать! Назад, назад, вот в жопу. Закройся ты. Ой, как все плохо, блин. Да заткнись ты. Дура. Чё здесь? Ну нахуй. Ой, как плохо, блин. Тихо, тихо. Представьте, если эта стерва где-то здесь лазит. Это ж пиздец. Так, что здесь? Ключик? Нет? Ключик? Твою мать. Мне кажется, вот с той стороны там самая жопа и находится. Ох, как все плохо. Блять, я показал. Мне показалось, здесь ключ был. Вентиляция? Вроде бы заткнулась. Так, я смотрю здесь, я во второй раз. А, даже все-таки, наверное, буду возвращаться. Но через этот путь. Ну да ладно. Фу, блин. Ёп, да что ж такое? О, там дверь, кстати, еще одна какая-то. Фу. Не знаю, надеюсь, все позади. Твою. Пошел, конечно, в вентиляцию, знаете что? Нет, ладно. Вентиляция, скорее всего, это путь. В одну дорогу. Ой, блядь! Ох, боже ты мой. Сука. Юп! Дверь. Эта стерва все время здесь сидела. Я знал, что сюда не надо идти. Я такие вещи чувствую уже сразу на расстоянии. Я сразу понял, если там музыка выключу. Ёп. Чё. Оу. Жопу. О, чё? Я предполагаю, я не выбрал. Чё он сморознул? Или я не знаю, что выбрать,
Что-то он такое сморознул, нехорошее. Явно нехорошее. Ё, или он говорит, это плак... Чё-чё-чё. Чё мой герой несёт, я не понимаю. Это огромный, очень огромный. Бля, я не знаю. А, не, он говорил, наверное. За... Чё-чё-чё-чё? Оооо, иди нахер. Оооо, да что ж такое? Ты ж фонариками осветил, как так? Блин, если такая херня еще вентиляция, по вентиляции будет лазить. Нихера не помогает вот эта кнопка. Отпугивание. Грёбаный последний ключ. Последний ключ. Ещё и лабиринты эти чёртовы. Пока не трудно, конечно. В общем-то, ничего здесь трудного нету. Но ёлки-палки. Так. Хорошо, главный. Давай пока по бокам сходим. Не знаю, зачем вот этот усилитель, если он ни хрена не работает. Толк от него как... Не знаю. Ёб твою мать! О! О! Нет! Нет! Десять процентов сняло. Мне интересно, аптечки здесь есть. О. В принципе, к этой херне начинаешь привыкать. Я не могу понять, от нее можно убежать или нет. Известно мне, что нет. Поэтому проще, наверное, подождать свою эту, как говорится, смерть. Короче, ладно. Нет, девочка здесь не пройдет. Даже не пытайтесь. Не верю. Всякое видел. Хотя, в принципе, ползущая девочка была. Не, надо идти тупо прямо. Вот, да, главный коридор. Да. Ну, как главная дорога, широкий. О, блядь, фу. Ну, так уже не страшно. Блин, я сейчас кони двину. Блин, скоро мне уже и жизни не хватит. Это уже реально начинает пугать. Не только... Йо, в черепок, слава... Всё. Нахер. О. Кажется, что еще карта есть. В баню, в жопу все. Идите нахер. Чё-чё-чё-чё-чё. Сюда. О, сюда. Давай, 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 дружок. Ух. Все-таки приседать можно, кстати. Если бы нельзя было, я бы там тупо не залез. Идите нахер. Идите на меня. О, блядь. Что? Да вы издеваетесь. Как? Как? Почему? О, нет. Блин. Как? Чё? За что? О, боже мой. Вернемся через мгновение. Все, как я и обещал, через мгновение я вернулся. Все. В жопу эту девочку, в жопу все. Иду. Вижу цель, не вижу препятствий. Иди нахер. Блять, сейчас будет эта многоножка. Что? Как? Какого хера? Воу-воу-воу, девочка. А как так?
Воу-воу-воу! Не-не-не, закрывайся, закрывайся! Тихо-тихо-тихо. Какого хера? Это же моя первая дверь! Она серьезно ходит или... Что происходит? Я в жопу, я в ту дверь не пойду. А, вот это походу фигня открылась. Все в жопу пошли. Он говорит, I guessed I have no choice. Воу-воу-воу, блядь. Я забыл. Чудесно, просто чудесно. Говорит. Так, сейчас будет жаба. Я готов. Не, от нее не убежишь. Насрать. Тупо идем прямо. Еще пару такой херни будет. Я готов. Я готов. Ой, ну мурашки, честно. Ползут капец. Блять, не туда пошел. Ой, блять. Какой ты. Ёб твою мать. Ох, в жопу все. Хорошо, что это последний хоррор в Думе. Все, ни за что, никогда. Правда, еще и СП обещал. Так уж и быть. Так, я запишусь еще раз. Потому что... Ой, блядь. Как же от этой херни отвязаться? Она, походу, реально... Я не знаю. Как... Ой, херово это дело. Блять. Я тупо всего сейчас колбасит. Не знаю, что делать. Грёбаная ты девочка. Насрать! Ой, не, нахер. Ой, блять. Да что ж ты будешь? Я уже, наверное, седые волосы появились, я не знаю. Вы видели? Вы реально? Вот это реально жопа. Это мне напомнило Forest. Или как там? Блять, вот она, тварь. Она, походу, сюда идет, я не знаю. Блять, что это было? Силуэт. Не дай бог. Назад похер. Ой, блин, да как так? Как? Ее надо как-то обмануть, но как? Может в дверь? В дверь ломаться. Вот я ее увидел. Быстро. Ну сейчас она откроет, конечно, и даст пизды, конечно. Фу, извиняюсь, забыл. О, блядь, ох, это еще хуже. Она даже не открыла. О, что делать? Блин, я не знаю, я уже устал это все переживать. У меня сейчас нервное истощение будет. Так, короче. Похуй на все. Так. Первые 10 раз очково, а дальше уже начинаешь привыкать. Твою мать, где ты? Как? Я же ее не вижу. Сука ты. Сука. Ой, в жопу. Сука. О, боже мой. Я сейчас с ума сойду. Ну, я, короче, понял.
Она ходит, эта тварь невидимая. Двери, конечно, ну похер, закрывать двери, правильно? Так. Вот здесь надо прошарить, где она идет. О, блядь, пиздец. Мне интересно, фонарик ее как-то действует, там замедляет, не замедляет. Как-то. Потому что я ей сейчас пересираюсь все время смотреть за ней. Так, идем. Я не знаю, где она. Намотаем вот такой вот. О, блядь. Оу! А, как? Что? О, блядь. Да вы прикалываетесь. Это она висит? О, фонарик. Блядь, как же тебя избавиться? Она через стены ходит. Ой, как все плохо. Я вот. Черт, это. Но. Меня уже всего колбасит, реально, я не могу. Ни хрена я не привык, честно скажу. Так, девочка идет, 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 идет. О, так, где-то здесь, не знаю. О, блядь. Я, походу, вот надо в поворот. О, я запишусь. Извините. Я не могу уже. Сколько мало. Почему так быстро? Жопу, жопу. Открывайся. Блин. Слушай, а может на нее просто не надо было смотреть второй раз? Может первый раз прокатило? Вот, раз. О, давай, давай, давай. О, кнопочка. Да, да как? Что я должен был делать? Прикольно. Да он. На нее смотреть нельзя. Иди нахер. Сука, прикольно. Блин, я нажал кнопку, и это не выход. О! О, нет, сортир. Стоп. А, блин. Как же... Блин, я хочу на карту посмотреть. Иди нахер. Открываем. Бежим. Ботаем круг. Бля. Она через стены ходит, вы понимаете? Саму соль. Так, тихо. Я не знаю, что я буду делать дальше, честно. Ну как мне отсюда выбраться? Вы прикалываетесь? Не канна. Нет, нет, нет. Это нереально. Я понял. Надо лучше стараться. Так, открываем. Бежим. Где этот, сука? Давайте называть имена. О, вещи своими именами. Черт, я не туда пошел. О, боже. О,
Куда я иду? Так, дверь. Не-не-не, иди нахер. Так, секундочку. Давайте, не знаю, пятую запись. Как? Почему ты закрываешь? Как? Почему? Ты не должна же была закрыться. Слушай, у меня есть еще одна идея, но, по-моему, она не срабатывает. Я хотел ее в зеркале как-то увидеть. Тихо, девочка. Сука, как же ж тебя. Воу. Не, фонарик нихера не помогает, так что можно даже не пытаться. О! Второй заезд. Воу, она рядом. Ну давай, блин, ну чё ты так ползёшь? Я бы в такой ситуации так быстро бегал. Вот ни херня не поможет, я сейчас меня тупо зажмут. Давайте на четверку. Так как именно четверку я и запорол. Ну какого? Я не О. Она через время, она опускается. Как? И что это мне даст? Я даже не знаю, куда потом буду бежать. Вот куда мне дальше? Кто-нибудь представляет? В космический корабль? Или там, где куча колонн? Там, по-моему, еще жуче. Блин, я не знаю. Возможно, на этом будем заканчивать, потому что, по сути... Я не знаю. Дверь открылась где-то. Ага, где-то открыли дверь. Отлично. Всё, кружок. Тихо. По-моему, знаете что? Я ее все-таки быстрее хожу, чем она. Или нет? Блять, круг намотал. Тихо. Бля, вот это реально уже жутко. Это... Если это были тупые скримеры, то вот это уже... Что-нибудь из такого... Более реального. Давай. Черт. Блин. Это нечестно. Не знаю, давайте еще кружок накинем. Ну, она вообще рядом бегает. Появись. Это когда сердце бьется, похоже, она показывается. Не уверен. Думаю, так. Блин. Давай. Так. Куда там? 6. Давай. Воу. Иди нахер. Воу. Это нереально, я не знаю. Давайте на этом закончим, и вы уже ответите, заканчивать мне или нет. Потому что, ну как вы видите, я здесь долблюсь. Это реально сложно. Я просто не знаю, как от ней оторваться, и вообще отрываюсь ли я. Она просто тупо срезает это все дело. Возможно, мне надо накинуть колоссально огромный крюк, чтобы не оторваться. Но это не так уж просто, и я вроде бы накидывал, она тупо идет по пятам. Не знаю, в общем, серия оказалась до усрачки страшной, если честно. Я ожидал
более чего-нибудь банального, более как в предыдущей серии, что-то такого. Но это, по-моему, это просто до усрачки пугает. Так, давайте что-нибудь, я в следующий раз играю что-нибудь поспокойнее. А вы отвечайте в комментариях, хотите ли увидеть продолжение этой серии. Потому что, мне кажется, это на самом деле как бы последний уже финал. И смысл как бы распинаться дальше, по-моему, немного. Тем более вот такая вот жопа. Ну, посмотрим, конечно. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот. Так что давайте до скорых встреч. Пока-пока.